Так, вот такой вентилятор будет 220 вольт. Добыл как-то, как-то по случаю добыл. Это все дело будет стоять на этой досочке. Будет обдувать, чтобы я тут не душился. Так, ребята, ну вот как получилось, значит, у меня эта конструкция. Провод, вилка здесь. Значит, смотрите, как я сделал. Зафиксировал это болтиком. Здесь закрутил. Вентилятор у меня здесь будет вдувать. Ну, можно и поворачивать, чтобы он выдувал, но, в общем, на видео покажу. Здесь идет выключатель. Включает, подает питание на вентилятор. Вот он залит этой хероборой клеевой. Ну, и здесь зафиксирован. Под пятнички такие лапки. Сейчас покажу, как это работает. Так, включим питание, подадим. Так, момент. Покажу сейчас, как он вдувает все это дело. Для примера возьмем вот этот полово. Так. Паяльник я уже разогрел. Видим, да? Сейчас еще добавлю в замедленном виде, будет красиво. Прям красота неописуемая. Так. Так, ну, в общем, рабочий очень доволен. Это мне посоветовал мой очень хороший близкий друг. Спасибо ей. Как-то я сам не догадался, все в этой воне сидел. Ну, а действительно очень здорово. Не вдыхаешь и такой весь веселый. Сидишь и, так сказать, в общем, веселый. Так что вот такая вот штука рабочая. Кому понравилось, ребята, ставьте лайки, дизлайки. И всего наикращего. Всем трейда, побачення.